Может, это какая-то реликвия? Может, это какая-то реликвия? Давай, плотва! Шевелись, плотва. Давай. Холера. Что-то здесь не так.
На кой черт я ожерелье себе в порты запихнул? Думаешь, я ничего не вижу? Сговорили же делить все на три части поров. Господа, за тобой сня! Что надо с ним разобраться. Не любишь серебро, да? Почему половина людей, которых я встречаю на пути, тут же решают напасть на вооруженного ведьмака? Может, мне с лицом что-то не то? А это должно быть озеро, о котором писал Мертен. Хорошее место. Последнее пристанище Мертена. Вперед, плотва! Зараза! Но!
Геральт из Ривии! Подойдите, прошу. А тем более платы заработали. Дорогая, а кому там наши глаза? Жрать хочу. Готовьтесь вновь беда, узреть господин. Чудеса рыцарской хорошо, добродетели на ежегодном. Приветствую. Где? Конечно. Я хочу... Покажи мне свои...
Бывай. Удачи на пути! Дети на ежегодном рыцарском турнире. В этот год он пройдет под патронатом. Горшки побили. Надо сходить к доктору. Кому там наша беда интересна? Сходи с ума от любви. Ха. Лучшие краски. Насыщенные и яркие цвета. Не потекут и не поблекнут. А? Что значит не нужно? Даже лучший воитель должен выглядеть пристойно и заботиться о своей внешности. Угу. Обычно меня интересуют иные свойства брони, о цвете я беспокоюсь в последнюю очередь. Ну, разумеется. Здесь принято красить одежду? Пейзаж северных земель тусклый и безрадостный. Дамы меняют цвет платья под настроение. Хм. Пожалуй, здесь мне не стоит представляться белым волком. Ладно, пока. Мне пора. До встречи. У меня лучшие цены по эту сторону Яруги. Thank you.
кары нам уготованы. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Какую краску, вашей милости? Ладно. Мне пора. До встречи. Когда княгиня смеется, шутки кончились. Здравствуй. Ешь, пей, рассупонивайся. Ты в тусенте. Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой.
да славится вечно. Дай-ка посмотрим. Спасибо, будь здоров.
славится ведь... Дай-ка. Спасибо.